Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале YouTube Лифт. Знакомство, ведущая Маргарита Аль. Хочу поблагодарить всех, кто присоединился к эфиру, тех, кто ставит нам лайки, и тех, кто пишет нам в комментариях приветствия, задает вопросы. Спасибо вам, дорогие друзья! Вторая половина лета. Очень многие россияне проведут это лето в России. Кто на даче, кто у родственников, кто на природе, кто-то с палаткой отправится в путешествие по России. В лес, к реке, к морю, в горы, в этные места, а кто-то проведет это время в городе. В заморские страны мы отправимся, вероятно, в другое время. Хорошо это или плохо, я не знаю, но широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, как в песне. Я надеюсь, что мы нашу страну, и особенно благодаря нашим авторам из 85 регионов, мы узнаем получше. Потому что завтра я вам расскажу об одном конкурсе, который поможет нам узнать нашу страну получше. Если вчера мы с вами говорили о лонглисте, об авторах, которые вошли в лонглист, то сегодня мы будем говорить с вами о шорт-листе и об авторах, которые войдут в шорт-лист. 1 августа у нас начнется марафон «Лифт», в котором будут участвовать как раз авторы, вошедшие в шорт-лист. И они будут представлены на канале YouTube. И мы откроем интернет-голосование на приз зрительских симпатий. Всем участникам, вошедшим в шорт-лист конкурса «Лифт», мы отправим информационное письмо, в котором будет сделано вам предложение для участия в марафоне «Лифт». Приятная новость к этому конкурсу марафону «Лифт» – то, что победитель получит денежный приз 5000 рублей. Сумма небольшая, но, согласитесь, приятная. Завтра я вам расскажу о другом конкурсе, о котором я уже вам немножко говорила, но я об этом расскажу вам завтра более подробно. А сегодня мы с вами, наверное, попрощаемся. До завтра, ровно 18:00 по московскому времени, канал YouTube, «Лифт», знакомство, ведущая Маргарита Аль. До свидания, дорогие друзья! До завтра!